Прихожане Никольского храма, что в Ермолине, ежегодно приносят свои пасхальные угощения для освящения. Эта традиция дошла до наших дней еще с древних веков, но сегодня день особый. Клирик Серафим Барабаш освящает куличи и яйца для тех бабушек и дедушек, кто не сможет прийти сам в храм. Этой благочестивой традиции уже четвертый год. Без любви нельзя жить, нельзя вообще существовать, потому что любовь основана вся на нашей вере, на Святом Писании, на Библии. Если не было любви к человеку друг другу, то мы были бы, конечно, друг от друга очень чужды, злые. Без любви невозможно жить. Господь об этом сказал, что главная заповедь – это любовь к Богу и к ближнему. Если бы не было этого, то не было бы нашей вообще веры и смысла тогда жить на земле. В тяжелый год пандемии прихожанин храма и предприниматель Андрей Макалкин стал инициатором этого доброго дела. Спустя время внимание и забота к старшему поколению превратились в трепетную дружбу. Сейчас это уже вошло в традицию. То есть уже нас эти люди ждут каждый год, спрашивают, когда мы приедем, привезем. То есть вот это у нас своеобразные такие встречи, когда мы можем встретиться, посидеть, чаю попить, что-то поговорить. Одним из пунктов, куда были отправлены праздничные лакомства, стал кинотеатр «Искра». Здесь без выходных и праздников трудятся 23 мастерицы, что уже сделали больше 200 сеток, и продолжают помогать тем ребятам, кто сейчас находится в зоне проведения СВО. Будут работать и на Пасху. Теперь у нас священное, все нам как хорошо там и теперь. И поздравим друг друга, и это самое, чаек попьем, все. Ну, всегда все вместе у нас, как одна семья здесь. Мы уже так привыкли, уже 3 месяца скоро будет, как мы работаем. Мы уже как будто все родные. Для участниц проекта «Активное долголетие» тоже большая радость получить угощение с доставкой. Уже не первый год светлый праздник проходит с освященными пасхальными дарами из Никольского храма. Всей семьей собираемся. Разрезаем пасочку, яичко и, конечно, вот радостное воскресенье, праздник на душе. Конечно, все постились, и праздник сейчас, конечно, чувствуется. Ответного презента долго ждать не пришлось. Талантливые мастерицы подарили Никольскому храму уникальную картину. И к Пасхе тоже придумали немало интересного. С девчонками сейчас уже они готовятся, потому что они, значит, мастерят. Такая фантазия идет с помощью Татьяны Николаевны Судаевой. Замечательно просто готовятся, все что-то делают. Всего было освящено и подарено более 150 куличей, около 500 яиц. Праздник для многих представителей старшего поколения не пройдет бесследно, и теплом отзовется в душе благодаря участию неравнодушных людей. Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.